сливки ПВП шрам. А да, говорят же, там... что сейчас на тише мало орды. Да, мало, но там сливки. Их мало. Но они так посраться дают Альянсу. Видишь, Альянс какой-то пассивный. Сейчас Империя Зла развалилась, и теперь, строго говоря, некому по щам им давать. Раньше, когда я вначале переехал, Империя Зла приходила чисто гильдейскими двумя рейдами и вырезала весь Огри. Мои бетов и фермы сделали свое дело нехорошее. Да тогда еще просто не было такого гнева Орды, как сейчас. Сейчас там у них там онлайн, наверное, под 100. Точно есть каждый день. И... Я могу сказать, из-за чего туда много желающих. Из-за хорошего пиара. Потому что гнев Орды регулярно приходит в шторм, святилище вырезает. Неважно, кого он ганкает, это в кашеров, не в кашеров, он открыто, безнаказанно убивает Альянс. Да. Гильдии Альянса ПВПшные говорят, а нам пофигу, пусть не в кашеров ганкают. Вот. Из-за таких вот такого отношения, что Орда безнаказанно убивает, все хотят тоже безнаказанно убивать. Да не только. Понимаешь, безнаказанно это неинтересно. Слушай, вот ты попробуй зайти в Агримар, поганкать, что хочу поделать, пару раз убить Гороша и снова поплясать, там навалить кучу в аукционе, и никто тебе ничего не сделает. Вот это ты вот знаешь, сколько раз Гороша всего это валило? И кем только? Делай это на Чеше, где Альянса несколько раз больше. А, мы так и не договорили за этот за Гошку. Туда перевелись еще, кто за Альянс играл, как бы, кому надоело вот эти всякие гильдии, однодневки, они туда перевелились и создали одну большую хорошую гильдию, и все. Вот помимо всего этого, еще туда переходят частенько, я замечаю, бывшие РЛ Альянса по гильдии. А, ну там тоже говорили что-то, когда на ХК ходил, там говорили про кого-то РЛ бывшего. Ну как, он там не один. Ну вот, во-первых, еще первый раз и трибунал Арабсул перешел в ГО. Сейчас его ник Султан Араб, если кого интересует, значит, Султан Араб Хант, это Арабсул там. Да, вот про него говорили. Потом Арсеналик в Империи Зла был, Холипал, РЛ. Твинк, у него Хэнкок друид за Альянс вроде бы. Раньше помните, вот когда были времена еще, когда тут за Орду вообще никто не играл. ГОшников еще когда не было. Слушайте, я приехал. Не, просто заходили в Огри и тупо там стояли и там, как в шторме себя чувствовали. ГО палит? Да, зайдите все, зайдите внутрь все, ребят. Зайдите, хватит фигней страдать. Так, рейди-чек провожу в рейде тещи на АФК, живем что хотим. Тонир вернется, нет? Ребят, заходите все в крепость назад, хватит не страдать. Сейчас зайдет ГО и сольет нас. В рейде онника жмем, что хотим. Инвайте всех, ребят. Нам нужен АОЕ. Кавайна, ты где? Ставь Симон. Топ скилл сдать АОЕ и, из-под фокуса ДКшкой вытащить. Окей, так. В рейде онника 35 человек и 14 хилов. 14 хилов, ребят, ну вы вообще падать не должны. Дайте нам хилов, нас прожимает хорошо. Мы вам дали лока, дайте нам хилов. Давайте отдадим меня. 8 хилов, и они отлично справляются. Тащат просто. Ну у нас вечно рейд и фул хп. Когда вы поседаете. У акулы рейд сначала падает. О, Монг, а что у тебя за одноручки такие белые? Ребят, у акулы рейд падает, потому что разбегаются хрен знает куда и делают хрен знает что. Убегают, лосают хилов и а все, и умирают. Сумон. Не надо разбегаться. Ребят, на землю не летаем, летим высоко. Нас сопровождают ГОшники. Пусть сопровождают. Мы пришли воевать все-таки, пусть даже вайпают нас. Но... Вайпают нас не в равных составах. Да, там перебор у них. Ну, поначалу у нас немного дисциплины хватало, поэтому вайп, а сейчас нормально все.
Ладно, не втыкайте. Смертоносного все видят? Нет. Так, ПО начинает атаку. Сдали кольца в синюю метку. Даю по нему мозгрип. Гера пошла. Мастер Аур. Гимн на ХП от престов. Сало дайте в тыл. Тандерклаб фокус. Диспел присты. Дайте крик на ХП, Вары. Дайте спокойствие, друиды. Саня Жигули у нас шурует тут. Сделали 20 шагов назад. Блин, меня выкинуло. Командуй дальше, Онрик. 20 шагов назад сделайте. Свич. Бейте, Саня Жигули. Тандерхорн. Справа свич по нему. Стоп от хилов. На хилах Рога сзади висит. Роги точку дайте под рейд. Свич по Роге ДФ. Рога ДФ сзади свич. Наш рейд, Роги точку дайте. Хилы, поднимайте рейд. Все висим, блядь. Все, что есть, даем. Ничего страшного. Рога, Варди. Очень мощный заезд. Мы мертвые надо почти отходить. Все. Отходите по чутку назад. Рога, Варди. Свич по нему. Отходите, если заехало по вам много. Не можем, там кольцо Роги. Залы. Роги, в стелс уходите, если залили вас. В стелс уходите, потом масритните кого-нибудь, если сможете. Да, по поводу дальнейшего World PvP, ребят, очень хочется побольше народу иметь, потому что два рейда начинают атаковать, маловато все-таки. Тут чисто ГО своими силами защищается. Давайте, знаете, когда... Блин, я даже не знаю. Сам не знаю, когда. А что будем убивать, кого? Просто на чеше убивать надо три рейда. Ну давай, пьяницы, завтра придете или заняты? Да, конечно, придем. Тут Артур опять разорется, и все сразу придут. Но я вообще считаю, вот пожестче надо вам ваших пьяниц пинать. По гильдии никакой демократии быть не должно.